Эйлатский коралловый риф протянулся на 1200 метров вдоль морского берега. Это единственный коралловый риф в Израиле и самый северный в мире. По оценке Министерства иностранных дел Израиля, в целом экосистема Эйлатского рифа насчитывает 1270 видов рыб, которые принадлежат к 157 семействам. Как и любой другой, Эйлатский коралловый риф – это сложная экосистема, которая очень чувствительна к внешнему воздействию. Поэтому рифы у берегов Эйлата объявлены природным заповедником, который нужно сохранить всеми силами, чтобы этот чарующий подводный мир еще многие годы оставался доступным наблюдению человека без специальной аппаратуры. Красное море Эйлата. Больше видео на канале Галиль ТВ.